Ирина Пегова и дочкой Татьяной сейчас отдыхает во Франции, и актриса с удовольствием делится с поклонниками отпускными снимками. Актриса никогда не стремилась выглядеть как модель. Артистка научилась принимать себя такой, какая она есть, природа одарила ее пышными формами, которыми она гордится. И даже с юмором относится к некоторым ситуациям, на которые остальные звезды обижаются. Так, артистка опубликовала снимок в белом платье с высоком талией, которое подчеркнуло формы звезды. «Только не комментируйте про беременность, я просто люблю такой фасон». Сразу подписала снимок Ирина, поскольку после предыдущих фото, где она позировала в подобных платьях, такие вопросы уже задавались. «Ира, замечательный фасон платья. Вам идет, Ирина, да радоваться надо, если беременные назовут молодая, значит, в том же духе», — ответили поклонники. Недавно Ирина во всей красе продемонстрировала поклонникам свою фигуру. Артистка снялась в купальнике во время отпуска в Ницце, где она отдыхает со своей дочкой Татьяной. Ирина смело позирует на галечном пляже и совсем не боится критики придирчивой публики. Хотя какая тут может быть критика? 41-летняя актриса выглядит просто прекрасно, что подтверждают восторженные комментарии фанатов. В сети обсуждают, что на актрису, излучающую уверенность и женственность, очень приятно смотреть. Кстати, Ирина очень спортивный человек. Каждый день она начинает с зарядки и не пропускает ее даже в отпуске. Кроме этого, артистка уже несколько лет серьезно занимается бальными танцами.